Просто очень много танков, поэтому одинаковые. Все, понятно. Разделение. Что за фигня? Я ничего не понимаю. Ну ладно. Все, стартуем, да? В конце будут разные уже. Все. 7 секунд. Вопрос, много это или мало? Можно 5 секунд поставить. Прогета выбыла. Хорошо. Тоби Ван, спасибо большое за 3 месяца подписки. Калочку рандоморг. И нас починка. И что? А вот это что даст? А вот это что даст? Загрузится. Чатик почитаю. А давайте 5 секунд. А то это слишком долго. Не надо, не трогай. Не надо починку. Все, нафиг. 7 или 5? Не, 7, кстати, нормально было. Звучит как-то, что не надо трогать это. Так, ну все, поехали. Все, могу крутить, без проблем. Вопросов ноль, все четко, все сделано. Просто крути, все, поехали. 45 осталось. А, все, да, выбывает. Пожалуйста, выбывает прям фигня какая-то. 430, окей, осталось 44. МСТ. Так. По фишнику никто ничего не знает. Луван! Отлично! Пошел бон. Кобра, нет! Ну нет! Ну только не кобра! Ну нет! Блин, ладно. Ну это пипец. Вот это пипец обидно. А давайте, может, вэфу куда-нибудь? Чифтейн, фух. Фух, слава богу, чифтейн ушел. Нормально, давайте вэфу куда-нибудь перестанем. А хотя не, нормально, вэфка, пофиг. Все, хватит суеты. Едем дальше. Минус чифтейн, отлично. Маус, позор, вагон, я 25. Ток 2! Найс, хорошо! Пошел вон отсюда! Фу! Все, пошел вон отсюда. Отлично. Вот это я счастлив сейчас, вот это я счастлив. Так, еще нужно, чтобы всякая фигня повыпадала. КВ5. Ну, на КВ5 бы я скатал, окей. Короче, теперь все молимся, всем чатом, полностью всем чатом молимся, чтобы улетел отсюда китайский танк ЗГК. Китайский 10 уровень. Все. Молимся все вместе. 16 F3. Лишь бы 116 F3 улетел. Сколько там танков? Ну, еще 28 танков. Да! Да, 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 да! Да, пошел вон! Слава богу! Слава богу! Слава богу! И все! Все, я спокоен. Мне вообще по барабану теперь. Мне по барабану. Мне по барабану. Любой выпадай. Просто любой. Выпадай любой. Все, что хочешь, выпадай. Я делаю на всем. Но я обещал, что если выпадет 122 ТМ, я на нем сделаю стрим, по крайней мере, точно в этом месяце. Точно в этом месяце, по крайней мере, я сделаю на нем стрим. 11-12 числа. Примерно так. Может быть, какого-нибудь там... Ну, хотя да. То есть 7, 8, 9. Либо 10, либо 11 числа будет 122 ТМ. Ну, все. Ну, видите, какой шанс ВБР? Ой-ой-ой, как опасно. Минус торт. Минус торт. Все. ЕБР, либо 705-й. Почему так много раз повторяешь? Станешь стримером, поймешь. Ну что, готовы? Интересно. Если бы нажал финал с перчинкой, была бы заруба 122 ТМ евро. ДД. Гоу.
Гоу? Точно гоу? Стой минуту. Что? Что? Крути. А, ставь минуту. А, минуту. 60 секунд. Все. Все, я понял, я понял, я понял. 60 секунд. Давайте минуту. Хотя нет, 30 секунд. Минута это слишком долго. Не, нафиг минуту. Гоу. Аплодисменты ЕБРу. Все. Ну, пипец, чё. Завтра едем на ЕБРе 105. Завтра едем на ЕБРе 105, 3 отметки за стрим. Нафиг оно мне надо, я не знаю, но мы едем. Окей, хорошо. Хорошо. Третий раз, 3 отметки за стрим мы будем брать на ЕБРе 105. Третий раз мы будем брать на нем 3 отметки за стрим. Это пипец. Ну что? ЕБР победил. 107 тысяч. А тут даже, слушайте, коэффициент был нормальный. 1,2. Это нормальный коэффициент. Потому что здесь сотку поставили. И здесь 80 тысяч поставили.